Yeah, выключу. За какой клуб сейчас посмотрим? Здорово. Че у нас карьера профи? Создаем новую. Скорее всего, за Питтсбург. Я люблю Питтсбург. Привет, привет, Тамик. Дела огонь. Сам как? Создаем, в общем, игрока. Я уже тут у меня как раз заготовочки. Mad Max, центр, левое крыло, слева я играю. Так, дополнительную позицию правая. Хват клюшки левый. Как обычно, Родион, привет, привет. Номер игрока 37. Я, конечно же, под 37, как обычно. Имя в репортажах. Сейчас что-нибудь выберем, ну, наверное... Нам букву М надо будет. Так, так, так. М. Мата. Ну чё, наверное, Макдэвид. Если тут Макдональд. О, буду Макдональдом, давай. Так, Макдональд. Пусть будет так. Продолжить. Дальше, чё у нас? Игрок. Данные, внешность. Я, конечно, не умею вот эти фотороботы делать. Составлять, так сказать. Так, данные. Ну, у меня рост 180, вес тоже 80 где-то. Сейчас даже 78, но сделаем так. Драка иногда можно сделать. Так.
Так, а что это на Б? А нам надо фильтр городов или стран. Почему-то там Белоруссия была. Мадрид, Москва. Так. Россия, Москва, Магад. На-на-на-на-на-на-на. Отлично. Все готово. Вроде бы. Ну вот по внешке я не знаю, как делать, не делать. Так, сейчас. Если быстро накидать, можно. А, ну тут моя внешка уже, которую я и делал всегда. В принципе, я так и выгляжу примерно. Борода. Ну, не знаю, похож, не похож, напишите там. Как будет видно. Так, по форме у нас тут, по-моему, у меня тоже все настроено. Я в основном на Бауэре сижу. Да. В принципе, игрок полностью у меня готов. А, подожди, там поведение еще. Стили бросков. Нет, это все тоже настроено, да. В общем, чтобы не затягивать, игрок готов по полной у меня, поэтому сохранить. Так, сохранить созданного общего профи. Отлично. Ну, я разыгрывающий. Я больше в пасик. Наверное, так. Не силовой. Как МакДэвид. Чётенько, да. Так, ну и драфт НХЛ, наверное, всё-таки. Хотя нет. Можно и в Memorial Cup начать. Но я думаю, интереснее будет сразу в НХЛ начинать. Я бы выбрал Питтсбург. Скорее всего. Хотя за Торонто тоже можно бы поиграть. Да. Я думаю, за Торонто буду. Настройки игры. Что у нас тут по настройкам игры? Да, настройки режима профи. Период поменьше, я думаю, можно поставить. 20 минут слишком долго. Сложность на профессионале будем. Начнем. Там уже будет видно. Начинаем карьеру. NHL, Toronto Maple Leafs. Задрафтовали меня сразу. Создается новая лига. Ждем загрузочку и начнем первый матч в карьере. Что-то долго создается. О, готово. Все. Так, ну, я думаю, сразу начнем к игре. По сути, пока ничего нет. О. Вот она, раздевалочка легендарная, торонтовская. Это я зашел впервые в свою новую раздевалку. Ну,
Ну, в целом неплохая раздевалочка, такая комфортная. Места полно свободного, особенно, что мало, да? У нас что, команда из 10 игроков состоит? Так, играть. О, с Тампа Бэем. Ну, это предсезонка в целом. Так, пофигу здесь. Ну, Тампа-то серьезный соперничек. Первый матч. Так, дерево навыков. Что-то горит у нас тут. Сразу навыки есть какие-то. Приобретаем тогда. Ну, броски, в принципе, мне важны. Я нападающий, тем более крайний. Поэтому можно улучшать. Ну и специализацию, да, можно одно. Есть дальний бросок. Все, использовал все очки первые, вступительные, так сказать. Ну и погнали. Первый матч Tampa Bay, Торонто. Так, пользование периода, пользовательский, скорость. Так, ну пользовательский 10 минут период. Там в целом у меня за период 3-4 сменки, наверное, получится. Уже хорошо будет. Я только начинаю, вряд ли мне дадут много игрового времени сейчас. Все нормально. Поехали. Я, естественно, на скамейке. Ну и по заданиям, что у нас тут? Удар поворотом надо сделать. Неплохо. И пас. R2. Удар поворотом у нас R. Естественно. Симулирую до следующей смены. Чего ждать на скамейке сидеть, да? Посмотрим. Ого. Я справа, кстати. Хотя левый нападающий. Дополнительное у меня справа. Ух ты. Сейчас еще бы не пропустить, главное. А то сразу минус в первом матче себе такой большой заработаю. Че, выиграй вбрасывание-то хоть раз. Хорошо, поехали. Отлично, мне уже пасик дали. Уходим. Опачки с броском. Ну куда ж ты, ну? Вот так вот и играем, блин. Бросил в ноги игроку, ну как так? Позиция-то хорошая была. О, молочек. Хорошо, в ноль, давай. Ну. Вратарь выбил. Две. Ну, я заработал две, молочек. Неплохо. Смотрите, подножку. Причем на ровном месте. Зачем он так сделал? Непонятно. Ну, в большинстве, естественно, меня пока не выпустят. Провокация на штраф плюс 1%. Неплохо. Удар поворотом нужен. Тычок клюшкой. В принципе, я уже один сделал. Галочка есть. И пасы. Пока что передач не было. Так. Ну что, моя смена, погнали. Отлично. Ой, сразу передачку мне. Пасик. Вернул. Хорошо. Туда, под ворота. Ой, хорошо там подправлял-то, а? Ой-ой-ой. Ну, да что ж ты, ну.
Так, я ему выложил нормально, а? Забиваю, у меня пасик сейчас был бы. Бородач, кто такой, не знаю. Можешь на полный экран сделать? Что значит на полный экран сделать? А что, не на полный экран? Не понял. А, ну тут странная фигня произошла какая-то. Причем не... Что за... Сорян, съехала трансляция. Причем сама. Спасибо, что хоть кто-то подсказал. Причем она только что съехала, я что-то не понял. Прикола. Все, вот так сейчас должно быть нормально все. А потому что тут проблема это в чем? А, в том, что мне приходится с Соньки. Все же знают, что на NHL-ке нет на компе. И я, получается, играю на Соньке. Ну и транслирую на компы. Все это очень тяжело. Вот такая фигня, короче. Как слышно вообще? Игру слышно нормально? Очень тяжелое это все подключение было, чтобы Соньку подключить в компу. Поэтому вот такие баги, лаги. Ну, кстати, качество вроде неплохое. Ну что, моя сменка. Погнали. Ой-ой-ой. Ну ладно, исправился, исправился. Вот. Ну только дай, да. Дай, дай дальше. Хорошо. Ну. Да что ж ты такое-то, а? В него. Пойдет. Ну, два силовых в смене провел, в принципе, тоже неплохая сменка. Ой-ой-ой. Алло, мы сейчас так пропустим, да? Вы чё, ё-моё? Ну, симулирую сразу до следующей смены. Наверное, еще пару смен в этом периоде успею выйти. Пока что чё, два броска. Пока все плохо, так сказать. Дай. Хорош, беги. Ну, зачем? Ну, это вообще ни к чему было сейчас делать. Проброс? Нет. Давай, 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 поддержу. Вот, двое. Ну. Хорош, голище! Ну, отдал он мне хорошо, конечно. Первый гол есть у меня в сезоне. Точнее, не в сезоне, пока что это предсезонка. Ну, первая игра. Первый гол. Неплохо. В Дивитрон дал повторчик, надо глянуть. Хорошо, когда играешь не с кем-то, можно хоть повтор посмотреть нормально. Ой, хорошо попал, да? Опа.
Ну, неплохо. Так, просчитанные пасы надо еще. Тычок клюшкой. Хорошая смена звена. Ну и смениться пару раз нормально. Ух ты. Зацепились? Нет. Блин, был шанс. Встречай, хорошо, наш, поехали. Вот-вот-вот один. Пойдет. Хорошо. Трое. Ну, блин, я уехал уже, конечно. Вот-вот-вот-вот-вот. Пойдет. Итак, ну куда ж ты, а? Вот. Верну. Делай. Ну как? Ну убери на неудобной в пустые забивай, да? Ну что это такое? Несерьезно. Бросил в пузо. Ну там надо было забивать четко. Эх, блин, обидно. Обидно. Так, пока сидим на заменке. Можно хоккейчик посмотреть даже. Ну, а почему бы нет? Таксик. Ну, пора выходить. А, все, уже не успели. Жаль, жаль, жаль. Ну, 2-0 после первого, неплохо. Неплохая командочка у нас. Барабанов там он шел. Ну, поехали, второй период, все готовы. Вроде. Ну, в целом можно сразу, короче, симулировать, что тут ждать. Так, вы отлично давите на соперника. Мне это по силам, тренер. Звезда, гол. Вот что будет давить на них как следует. Я обеспечу нам гол. Да, буду звездой, что почему нет? Он говорит, давай, давай, красава. Звезда так звезда. Ну а что, сейчас еще вторую, если забью, вообще будет хорошо. Дубль в первом матче-то. Сделать. Ну, отними. Ну, там, молочек. Наш, наш. Блин. В него. Пойдет. Вперед. Дай. Кто поможет? Уйду, уйду. Не уйду. Ну, но опять в ноги, а? Дай пас. Ну, дай бросить. Пойдет. Ну, блин, ну никого перед вратарем-то. Ну, чё вы, а? Почему никого? Выиграю вбрасывание. Ах. С ним. Блин, нормально было-то. Могли забить. Надо было забивать, конечно. Бородач. Кто это? Не знаю такого, не знаю.
Первый раз слышу. Играть умеешь хоть? Ну так. Поехали, вот. Хорош. Дай. Ну, ну! Да ё-моё, ну как так-то, а? Я его вывел вообще, ну либо верни мне, либо бросай уже. Так засрал момент, а. Ну и партнерчики у меня. Ну вот же, ну ты чё, блин? Чё он затянул-то? Брось раньше её. О. Ну чё-то мы долго играем, не меняют. Подбор. Хорошо, поехали. Дай. Хорош. Скинул. Ага, скинул. Такой же я урод, как эти, блин. С ним. Алло, с ним. Вы чё, блин? Отдай, отдай. Ну все, сейчас нас сменят, молодчик. О, не меняют. Нифига мы играем уже 3 минуты, наверное. Поехали. Ну что ты будешь делать-то, ё-моё. Дай, 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 вновь. Ну блин, а. Поехали. Мне надо смениться, похоже. Все. Да. Так себе смена, конечно. Зарубись против кого-нибудь. Нет у меня карьера, режим профи. На, в тело дал, хорошо. Встречаем. Алло. Давайте еще в мою смену, блин, пропустим. Вперед. Да вы че, блин, выведи из зоны-то, а? Ух, ё-моё. Вот это паника у нас. Пас. Вот, вот, по борту. Дай. Пойдет. Открывайся. Ну, на пятаке кто? Вот никого. Ну, пойдет. Подправь нормально в девитрон, да, и все. Ну, как вот так, а? И пасик у меня был бы. Сразу симулируем. 2-0. Что-то Тампа-то, Тампа слабенькие оказались. Беги. А зачем ему-то? Ну отдай мне налево, я же один был. С ним, с ним, с ним, молодчик. Подбор. Поехали. Ну и что ты сделал-то? Не в ту же сторону-то надо было. Да ё-моё. Вот сюда дай. В него. Алло, в не... Уроды, а! Ну почему в мою смену-то, а? Ну... Никогда уже не забью, блин. Но я один забил, первый. Пропустили гол вот этот. Ну, зачем? Да. Так себе, сейчас все показатели упадут. Выиграть, выиграть брасывание. Да, слабенький у нас центр. Ну чё, вот чё ты откатываешься? Встречай его. Поехали в атаку. Ну вперед, дай сразу-то. На борт. Пойдет. Дай. Вхожу. Ну, ну давай, поборись-то. Ну, дай. Да блин, ну чё за бросок, а? Еле-еле, еле-еле. Но я пока слабенький, слабенький еще. Каких НХЛовских стримеров знаешь? Да никаких не знаю.
Испытание тренера еще не прошел даже. Мне же забить надо. Я ему пообещал. Ну, защита хромает у нас 49%. Командная игра хромает, потому что я не меняюсь. Защиты, конечно, все вообще плохо. Мы еще пропустили. А тебя знают? Меня, да, знают. Все. Три один, нифига себе, блин, назабивали. Без меня кто забил там? Еще давай вторую. Вот, в центре. Пойдет. Ну, уходи. Да. Как не проходит-то? Ё, я еще удалился. Да как так-то, а? Зачем? Ну сейчас у меня вообще там жопа будет. Меня выгонят из команды за такую игру. Это ж надо было удалиться на ровном месте. Подножку сделал. Общие 49. Капец. Позор. Звук игры не особо слышно. Так. Давай добавим. А сейчас слышно? Лучше слышно. Вот так. Как сейчас слышно звук игры? Ну, все отлично. Но не тихо, не громко там. В него пойдет. Вот это хорошо. А, кстати, подожди, я пас отдавал? Не, я не отдал. Ну куда ты? Ну почему? А? Дай. Поехали. Ну, хорошо же подбирал. Ну, ё-моё, и потери опять. А это все минус мне в копилочку-то. Дай. Дай на борт. Хорошо. Кто? Так, наш, спокойно. Входим. Улиточка. Ну, с броском. Ну, добить! Да ё-моё, а как он спас-то? Сменка устал уже. Ну, сейчас неплохо было. Хотя бы бросил. Чё-то сделал. Так, ну чё в итоге-то? 3-1 также. У меня, наверное, одна смена осталась уже. 4-2, нифига. Ну, добей. Дай. Хорошо. Вот тебе. На дальнюю. Ну что ж ты. За ворота. Пойдет. Наш. Давай с броском. Нет. Опять потеря. Ну как он? С ним. Да ё-моё. На ровном месте опять потерь. У меня потерь жесть. Цели вообще не выполнены. Хорошая смена. Я ни разу не сменился нормально. Да потому что охота играть, а не меняться. А нам еще играть мало дают. Потому что я в каком-то третьем звене. Или в четвертом вообще. Вот, поехали. Ну. Ну давай. Да. Потеря очередная, ё-моё. Это ужас. Куда? Зачем ты проброс-то сделал? А, да ладно. Не проброс. Дайте хоть пустые, может, забью. Дай! Дай! Так
куда я еще на смену? Да ё-моё! Все. Да явно не я лучший игрок матча. Это уродство. Ну, главное, что выиграли, наверное. Ну, хотя, блин, сейчас предсезонка, вообще насрать. 6-2, еще 2 забили за 38 секунд. Охренеть. Там сейчас, блин, вообще, кто лучший игрок матча будет. По-любому у нас кто-нибудь хет-трик сделал. Сейчас тренер еще наорет, потому что я не выполнил нифига. А, не, это, конечно, не гол, но зато и они не забьют, если мы будем держать их в зоне. Обещание выполнено. О, симпатия менеджера плюс 50, симпатия бренда 25. Ну, неплохо. 2 забили, а тебя убрали. Это я сам сменился там. Эх, жаль, жаль, конечно. Да... Ну, неплохо, что поднять ставки, забить гол. Ну, и по статистике у нас, конечно... Ну, у нас команда хорошая, Торонто. Очень сильная. Я хотел за Питтсбург, но что-то потом увидел Торонто и понял, что за них будет прикольно поиграть. Команда хорошая. Так, шоу Джеймса. Ну чё, у меня один гол. Одно очко. Пойдет. Ну, в целом, это предсезонка. Можно особо тоже прям не жопу-то не рвать. Главное, в состав попадать в команде. И все нормально будет. Чутье, минус 35, нифига себе. Остальное все так нормально, там плюсом. Ну, задание тренера, главное, выполнил, тоже неплохо. Угу. О, с Оттавой новая беседа. Репортеры. Мэд Макс, первая игра предсезона окончена. Вы выступили в ней блестяще. Что вы чувствовали на льду? Ну, я бы не сказал, конечно, что я прям блестяще выступил. Но с самого начала я отлично сыгрался с командой, это и позволило нам хорошо себя показать. В принципе, неплохо. Как считаете, вы попадете в окончательный состав Торонто Maple Leafs? Думаю, да, моя команда меня поддерживает. Мне сегодня очень понравилось с ними играть, так что я надеюсь, что все получится. Закончить разговор. Да, удачи, удачи, спасибо. Ну, пообщались с журналистами после матча в раздевалочке. Плюс 125 команда. Неплохо тоже. Так, ну что, я вроде похож. Вроде я похож на себя. Не знаю, как. Напишите, похож или нет. Кто смотрит вообще трансляцию. Так, играем с Оттавой. Чё, второй матч предсезонки. Ну, сейчас я думаю, надо мне поднабрать очков побольше. Один гол — это слабо, хотя бы передачечка нужна за игру. Ну и по заданию, наверное, надо лучше сыграть. Скотти Банка Арена. Сегодня дома играем. Так, тычок клюшкой также остается. Щелчки. Щелкнуть сегодня надо будет обязательно. И... Ну и все в целом. Хорошую смену вот надо провести сегодня будет. Да, надо покер оформить. Ну, насчет покера пока сомневаюсь. Но в сезоне буду оформлять по-любому. Сейчас на предсезонке особо жопу не рву. Опа, моя сменочка. Ну, блин, сейчас бы я его так расколол бы, а. Хорошо, и я на подборчике. Пасик. Пойдет, поехали.
Раскатились. Куда ты поехал там? Вот, вперед! Пойдет. Молодчик. Так, дай. Еще верни. О, хорошо, тычочком. Поехали в центре. Так, наш. Скинул. Не туда вообще. Дай. Ай-яй-яй. Вара вытащила. Сменку, сменку сейчас проведем. И что там? Угу. Хорошая смена, минус 2%. Я же нормально сменился сейчас. Почему? Что за уроды, блин? Сейчас нормально сменился. Ой, уже полпериода прошло, опять ничего не сделал. С ним. Блин, вы что так даете-то бросать? Дай. Вот, по борту. По борту запусти, а. Бежим. Вот, под тобой. Хорошо. Отдам. Хару! Штанга, как? Йо, вот я ему выложил, конечно, нормально тоже, да? Дай, поехали. Куда? Я просил перед... Ну, ё-моё, а? Две? А, у них две. Пау. Так, поехали. Ну, в большинстве, конечно, я не играю. Но это пока. Когда первого звена доберусь, так и буду. Вот. Вот. Мне надо щелкать. Блин, мы же в большинстве, надо было разыгрывать. Оп, прибрал парня. И он меня потом убрал прилично так. Да, жесть. Чё-то пока не прёт. Ой, хорошо. Ушел. О, как? Нифига он сейванул, блин, как так? Ну, тут надо было забивать. Два щелчка сделали. Хорошая смена. Все-таки пока хромают у меня смены. Надо подпривыкнуть еще. Опа, поехали. Я на поле. Нет, зачем? Ну... Моя. Бросай. Ну, это что? Слабо. Остались, это хорошо. Ну, а что, только вышли в целом? Выиграй. Ну, как же так-то? Него. Продолжи. Наш. Ну, блин, ну как на дальний один, ну. С ним сыграй поплотнее, отобрали. Поехали. Хорошо. Вот. Да как, ну почему ты не успеваешь отдать, а? Наш. Да как он тебя прибрал-то так, ё? Поехали. Ой, хорошо, продолжил. Дай. Хорошая передачка у меня, а? Молодчики. Сейчас хорошо партнеры сыграли. И я хорошо сыграл. И все нормально. Очечка есть. Уже неплохо. Все, как всегда, блин, период закончил. И как всегда, барабаны показывают, как уходит раздевалку.
Так, ну что, 1-0 ведем. Два ноль ведем. Так уже после первого, похоже, 2-0 было. Я не заметил, даже когда забили, то уже. Чё ты возишь ее там? Беги, беги. Пойдет. Хорошо, главное вот сразу бросил, и уже опасно. Пас. Вернул. Не туда, ну вперед чуть отдай. Хорош. Вот. Ну блин, набрось на ворота, а. Смотри, один. Куда? Ну вот, ой, хорош, прошла. Дай. Да. На дальнюю отдать мог и все. Так, чё? Ну, сегодня уже получше, получше. Ну-ка, не сегодня, а вот в этой игре. Вот. Хорош. Как всегда, потери. Одни потери у меня. Одни потери, ёпт. Игрочишка вышел играть. Вон тренер сейчас наорет. Вы отлично давите на соперника. Да, ладно, мне это по силам. Командным игроком буду сегодня. Ну, мне пока не нравится. Тренер почему-то... Тренеру нравится моя игра, а мне пока не нравится такая игра. Надо добавлять, надо добавлять. Выиграй. Пойдет, поехали. Хорош. Развиваем. Ну, ну как в ногу ему бросила? Ну! Ай, ну как мимо-то, а? Попадай в створ, ну что я за урод-то, а? Дай. Трое, трое, трое. Скинул. Ну что это? Что это? Втроем такая атака была. Все запорол. Все, присел на лавку. Чё? Ага. Ну, кстати, с лавки тоже неплохо. Можно вон на трибунке посмотреть. Болельщики наши тут все. Ну и самое странное, что типа почему я на лавке, как тренер, типа за игроками стою. Я же должен сидеть в скамейке. Но это странно. О, втроем? Я набрасываю и проиграл? Нафига меня втроем, блин, выпустили, чтобы мы пропустили сейчас? Понятно, я. Только нахер ты меня втроем выпустил, чтоб... Я не понимаю, а? Мне все, всю статистику, микроматч мне испортил. Тренер, я. Ты что там? У меня второй матч в жизни, ты меня втроем выпустил. На, в тело дал. Отобрать еще раз хорошо. Вы чё, блин? Спокойно. Выкинь. Молодчик. Молодчик. Привет, МК Плей. Привет. Ой, пойдет. Поехали. Дай, 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 дай. Ну.
Пас. Ну, ну ты чё в касание-то брось, да? О, это снова я. Никита, здорово, здорово. Ну, в целом неплохо. Атака 73, 50, защита 57. И пока командная игра хромает. Надо бы меняться, потому что по-нормальному. А так, в целом, да. Избегать борьбы на пятачке L2. Тоже можно поюзать. И блок с приседанием. Угу. Окей. Здоров. Здоров. Чё, как дела? Ой. Дай, да блин, ну почему ты ему так отдал-то, не точно. Дай защитничку с броском. Вот. Ай, хорошо. Подправлял нормально. 30 секунд, 30 секунд, не обосритесь только сейчас. Дай. Давай, 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 успею. Да как мимо-то, ну как мимо бросил опять, а? Да что же я за коса этого ублюдина? Извиняюсь за выражение. Ну вот сейчас попади, да, такой момент хороший был. Ай, уродство. В НХЛ-ку играю на компе, кстати. 21-й. Кто на компе играет в НХЛ-ку? Как ни странно, на компе. Хе-хе. 3-1. Ну, командочка у нас сильная, конечно. В прошлом матче 6-2 раскатали Тампу. Сейчас Оттава 3-1 он. Вот я набегаю же, ну... Давай, выиграй вбрасывание, сразу повозим их. Понятно. Как я говорю, выиграй вбрасывание, он как будто специально сразу проигрывает. Него пойдет. Расколол там чувака. Поехали, вот в центре. Хорошо отдал. Скинул. Хорош, красава! Вот это было неплохо. Ну и скинул я ему тоже хорошо. Попал-то как, а, Робертсон? Хм. Николас. Оп. Ну, все четко сделал, как положено. У меня уже два паса, получается. Да, две передачки сегодня. С Оттавой неплохо. Ой, нас еще оставили на поле. Это вообще идеально. Тренер красавчик у нас, конечно. Шарит, шарит, кого выпускать. Офсайд. Куда прете? Давай, выиграть. Молодчик, поехали. Дай. Хорош, скинул. Ну дальше-то продолжи. Ну что ж ты... Ну... Мне надо в первое звено, потому что это у меня партнеры так себе. Ну, забили. Беги, беги. Дай. Отдам. Хорош, красавчик, а? Хм, опять он. Робертсон. Хе, партнеры, говорю, так себе, они вам вкладывают. Просто дубль пацан сделал за одну смену. Ну, я опять ему выложил, капец. Ну, я же на распасовочке, как МакДэвид. Когда создавал, еще выбрал же эту. Ну, неплохо. 3 очка сегодня, у меня 3 передачи. Такой командный чистый игрок. А командная игра 67%. Я не понимаю, как. Что за бред?
Это из-за смен вот этих. Ну, три передачи можно было, конечно, и уже больше 67%-то сделать. Ты-ри-ри-ри. О, поехали. Дай-дай-дай. Куда ты бросил ты? Вот мне бы хоть раз кто-нибудь так отдал, как я им отдал уже. Всю игру выкладываем, передачки. Так, в первой игре, короче, у меня один гол был. В этой три передачи, без голов. Ну, нормальный старт. Нифига я там прилег. Куда, алло? Хорошо. Ага, и все. Ну, отобрать. Да, я до работы, да? В него молочка. Тай. Хорош. Вот то, что надо. Ну, да блин, ну... В очко хотел подпустить. Вара-вара на месте. Командная игра повысилась. 68. Ну, до 70 уже, похоже, не успею дойти. Ну, зато чётенько, как сегодня и хотел. В этом матче, точнее. По заданию сыграть. Наш. Молодчик, поехали. Уйду. Не уйду. Ой, ушел. Уйди. Ну куда там свой вот мешает? Дай. Кому? Дай. Хорош. Ну. Куда ты дал-то? Бросай уж поворотом. Че, я ж командный игрок. Сменку сделаю. Не, рано. Хорош. Под тобой. Ну что там? Ой, начинается, ё-моё. Ну да, всё, сменку надо сделать. Чё, опять плохая смена? Да ё. Сейчас бы сменился нормально, как раз бы успел, наверное. Ну всё, уже в этом матче не выйду больше. Чё там осталось? Всё. 5-1, раскатали, неплохо. Чё, тренер сейчас наорёт на меня? Или нормально? О, отличный прессинг в зоне соперника. Нечего им оттуда выходить. Обещание выполнено. Тренер, ну ты чё, я сказал, сделал. Вон у нас третья звезда, Робертсон. Так, чё там? Посмотрим, может сейчас очки опыта. Шоу Джеймса. Последняя игра против Оттавы. 0 голов, 3 передачи, 3 очка у меня. Опять это минус. Игра в меньшинстве. Да. Слабовато все равно. Вроде три передачи, но в целом. Новая беседа с тренером. Ну давай, тренер. Эй, Мэтт, вы же знаете, что играете отлично. Продолжайте в том же духе, хорошо? Я не хочу сомневаться, ставить вас в команду или нет. Спасибо, тренер, я могу что-нибудь сделать, чтобы играть еще лучше. Да.
Расслабьтесь, Мэтт, вы отлично играете. Главное не терять концентрации. Хорошо, спасибо, тренер. Я буду бороться до конца, биться за команду. Я думаю, мы возьмем кубок Стэнли, тренер. Кофта Торонто у меня. Кепочка Торонто. У меня, кстати, была и раньше кепка Торонто. Когда еще мелкий был. Недельная сводка профи. Ну, да нормально, кстати. Дисциплина хромает у меня, получается, только. И силовая игра, стойкость чуть хромает. А в остальном все неплохо. Ну, с Детройтом сыграем. И... Пока что предсезоночка. Лайтовенькие матчи. Думаю, в сезоне-то заруба начнется серьезная. Играем у них в Детройте. Опять я на скамейке. Джой Луис Арена. А не, у них Литл Цезарс Арена. Ну все, я заряжен, заряжен сегодня. Сейчас забить надо пару голов в этой игре. В этом матче. Вот он. Ох, чуть не удалился, опасно было. Вот, 1-1. Под тобой. Ну, скинь. Пас, пас, пас. Ой, я что, с Михеем? Пас. Да, я с Михеем в звене. Там на предсезонке, похоже, тусуют. Всех звеньях дают поиграть. Ушел. Дай, да, дальний. Ну, блин, а как вот можно не отдать-то там, а? Ай, ё-моё. Что так много зрителей? Да я не знаю. Strong is good. Good. Симулируем. Зрителей вообще рвется чат даже сегодня. Да просто все на работе, там, на учебе. Хотя у нас и в целом особо немного зрителей. Ну, вот, дай. Но! Ну как мимо-то опять? Ну что ж я за урод-то, а? Ну как? Михей так отдал мне хорошо, а? Поехали. Вот сегодня у меня поживее звено, и сразу игра-то у нас другая пошла. С ним, с ним, с ним. Встречай. Поехали. Куда? Да, зря я просил у него пас. Я на смену, бро. Отлично. Отлично. Ну, подустал, чё, сменился. Так, ещё полпериода. Не, уже 7 минут. 1-1 сравняли. Хорошо. Это хорошо, очень хорошо. Так, чё я тут езжу? Вот, дай, 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 дай. Да, блин. Беги.
Вот, в центре. Да, блин, ну как? Как не отдать-то там, а? Ну. Ясно. Ну. Ну, добей! Ну, ёлы-палы, а. Скинул. Ну, Михей, ну как такие не забивать-то, а? Пустые ворота же, а. Смена опять. Избегать борьбы на пятачке надо. Окей. Куда ты так кинул-то ее, а? Тут прессинг. Ты молодчик. Выкинь. Молодчик. С бросочком. Опять в ноги, ё-моё. Что за ужас? Какой-то ужас. Зачем я просил пас у него? Вратарь. Кому? Куда? Так насрать, а ну на ровном месте гол. Ну это ужас. Ужас просто. Первый период проиграли 1-2. Кстати, это первый раз мы проиграли период. Третий матч наш. Испытаний тренера пока нет на сегодня. Но я думаю, что-нибудь он не даст еще. 1-2 горим. Как так? Причем Детройту. Детройту. Молодчик. Вот это хорошо. Выигранное вбрасывание это всегда хорошо. Две, чистые. Совершай. Дай, ну, клюшка сломалась. Где там у нас скамейка? Дай клюшку. Красава. Там выдал мне партнер со скамеечки клюшку. Нормально, молодец. Интересный момент, кстати. Давай. Дальше. Поехали. Бросай. Нормально. Встали. В большинстве же. За тортом, ёп. Как так-то? В большинстве разыгрывать надо. Как теперь я насрал еще, ё-моё. Две у меня? Да ладно. Ну не у меня же. Нет, фу. Я как раз тыкал просто в этот момент, думал, может, он меня удалил. О, да. Ну, благо, не удалил. О, задание от тренера. Вы отлично давите на соперника. Хорошо, тренер. Мне это по силам, тренер. Я продолжу давить на них. У меня 0 очков в этом матче. Да уж.
меньшинстве еще. Выиграй в меньшинстве ты. Молодчик, вытянул. Ту-дум-дум-дум. Ту-дум. О, одна секунда в меньшинстве. Все, выходит, выходит. Давай сразу выиграть и в атаку. Мне надо забивать. Проиграл борьбу я. И здесь проиграл борьбу. Еще уехал, не знаю куда. И здесь опять потери. Что ты будешь делать? Одни потери у меня. Да как, ну? Большинство, большинство, давайте, надо разыграть. Поехали. Встали. Встали. Чё он активно-то пошел на меня? Вперед. Дальше. Дальше. Ты чё делаешь? Дальше дай. У нас не большинство, а говно какое-то. Едет шайбы там, отдай мне вперед. Везет ее, главное. Ну что это такое, блин? Че там, выходим, нет? Встречаю, встречаю, рот. По-русски. Ну, ушел. Да что ж ты, у тебя сходит-то все? Да, слабоват я пока в обводочке. Да и во всем. Еще качаться и качаться. Пас. Улиточка. И потеря. Вот это моя игра. Супер, ё. Супер просто урод. С броском. В ногу, в ногу, как всегда. Красава. Мимо, отлично. Вот это я играю. Дай. Мимо, отлично. Вот это шикарно. Ёлы-палы. Просто у меня уже слов нет. Закипая. Защитничку скинул. Пас. Вернул. В игрока. Шикарно. Просто инвалид. Как так можно, а? Ни разу до ворот шайбу я не довел. Дай. Хорош. Уйду. С броском. Мимо. Как? С броском. В створ. В створ. Первый бросок. И то посередине ворот там в пузо дал ему. Просто вообще чудо, чудо. В перьях. Второй период. 1-2 также горим. Ца. Второй период. Чё играли? После первого как 1-2 горели, так и горим. Потому что я нифига не делаю. А остальные не могут. Видимо. Давай, поехали, поехали. Второй, третий период. Надо собраться. Как бы пофиг, предсезонка, но выиграть всегда охота. Я не люблю проигрывать.
Выиграй сбрасывание. Да ё-моё. Он в меньшинстве все сбрасывания проиграл. Третью пустили, еще я на поле, ну ё... Ну выиграй ты вбрасывание, ты нахер вышел-то? В меньшинстве вышли, надо на вбрасывание там зубами ее рвать. 1-3. Отлично, период начали. Нам надо отыгрываться. Хайман, молодец. Отлично сыграли вообще. Шикарно просто. У меня общее 49%. У меня еще, наверное, задание тренера не выполнил, потому что пропустили. Ой, ё-моё, всю игру просрал. Дай. Ты, блин, отдай. Пас. Хорош, вот оно, вот. 3-2. Вот сейчас нормально, быстро все сыграли. Пас, пас, гол. Ничего там придумывать не надо. Вот и все, вот и все. Отлично. Остались, остались. Спасибо, тренер, за доверие, что оставил нас на поле. Давай, пасик. Все, беги. Сюда. Да все, у него ничего не доходит до меня. Михей, соберись. Вот, 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 вот. Туда. Хорошо, ушел. Под тобой, вот. Ну как, гол, хорош. У меня пас. Он там добил. Ну ладно, какая разница. Главное, что сравняли уже 3-3. Просто две забили в одной смене. Вот это у нас звено, я понимаю. Причем Керфу Тоби. Ну, тут я должен был решать. Но там Вара, конечно, вытащил нормально тоже. Он еще мне скинул тоже неплохо. О, еще мы остались. Тренер. Просто респект. Выиграть, выиграть. Если мы сейчас еще и третью в одной смене забьем, то это будет просто что-то. Главное не пропустить. Давай, давай, убегай. Хорош. С броском, давай. Пойдет, пойдет. Главное, вот когда в створ, это уже неплохо. Ну. Да блин, накрыли. Твоя, твоя, твоя. Две. Молодчик, судья, четко, четко судья. У нас? Ты не охренел? С какой у нас... Михей там под ножку. Ну ладно, хоть общие повысились. 49 было, это же вообще ужас был. 3-3. Сейчас если пропустим, уже тяжело будет сравнять, конечно. Чё, я в меньшинстве выхожу опять? Тренер доверяет, да, мне похоже? А я вон не вывел из зоны. Хорош, дай. Молочек. Вот это молочек. Вот и тебе туда. Ох, ты не попал он, а. Так бы у меня сейчас еще передачка была. Наш. Хорош. Вот это отнял. И на дальнюю туда. Ты че, ну за... Опять этот Хайман, ё-моё. Мы из-за него пропустим. Давай. Пойдет. Там. Остались. Тренер, оставь нас, оставь на поле. Дай поиграть. Отлично. Оставил, спасибо. Молодец, блин. Шикарный тренер. Там что осталось-то? Две смены. 12 минут. Ну да, две смены успею, наверное. 9. И выхожу. 3-3, 3-3. Нам нужен гол. Причем мне нужен гол желательно. Тренер-то верит в меня. Дай. Вот, верни. Ну, брось. Хорош. Наша, наша. Да. И опять потеря в моем исполнении. Ну, шикарно просто. Дай. Еще потеря. Началось. Беги. На улиточке ушел. Ну, в своего, молодец. Просто идеально. Ну, вот как надо.
Все в игроков. У меня что ни бросок, то ничего не доходит до ворот. Сейчас надо было забивать. Мы опять просрали все. 3-3. 4 минуты. Ну да, последняя смена. Я еще и удалился. Ну, у меня последняя смена, я удалился. Ну не дебил, нет. Ох, урод, ох, урод, а. На ровном месте опять. Ну нафига ты подножку-то сделал? Последнюю смену надо было там забивать. Сейчас еще если пропустим, вообще отлично будет. Вот я сижу. Я болельщик. О, я вышел. Вот, ноль, в ноль, в ноль. Отдали ее. Потеря. Дай. Да. 2 минуты осталось. Давайте, надо штурм делать. Нам надо забить. Только не пропустить. Две, две. Сейчас меня не выпустят в большинстве, блин. Понятно. Может, они сами за 4 на 4? У нас тоже удалили. А, вот, все. 5 на 4. Давай, выпускай меня. Хо-хо, минута 30, 5 на 4, давай. Это наш шанс, парни. Ясно. Выиграй, бросай. Но почему в самый ответственный момент они не могут выиграть бросание? Все, встали, встали, спокойно. Ну кто на добивании-то? Ну чё? Стоит, смотрит хоккей. Ну поактивней сыграй на пятаке-то. Во-первых, закрой вратаря. Чё ты стал-то сбоку от него? Я низом набросил-то, хорошо же. Выиграть, выиграть. Слышь, ну чё ты делаешь? Ну как не выигрываешь ты вбрасыванием? Поехали. Ой, хорош! Вот это он отдал, а? Как? Ну как мимо-то, а? Дай. Дай. Куда мимо тоже? 50 секунд. Есть время. Время есть. Ну! Да ё. Ну зачем? Ну отдайте. Две. Нет. Что было? Выбросил. Все, меня сменили. А овертайм, кстати, на предсезонке будет? Ну, наверное, должен. О. Овертайм, 5 минут. 3 на 3. Свобода. Выпускайте меня, я сейчас как раз порешаю. Ну? Ну? Где я? Чё так долго-то? Меня ни разу не выпустили в овертайме? Вы не охренели там, алё? Тренер, ты чё? Я зайду к тебе после игры. Ну, чё, это чё за дела, блин? Я за овертайм ни разу не вышел. А булит мне-то хоть дадут пробить, нет? Тоже нет, видимо. Да. Я еще и булит не буду бить. А может, буду? Да, конечно. Я новичок, дайте. Ну, у нас предсезонка, дайте мне это пробить. И чё, блин? Он сейчас забьет и все. Ну ладно. Ну дайте мне пробить, ну пожалуйста, тренер. Хорош! Ха! Ну чё, сейчас дам? А-а-а! Хотел подпустить в очко. Блин. Сейчас мы проиграем.
Вара, Вара, тащи, тащи, вся надежда на тебя. Фуй, молодчик. Еще? Еще меня? Пожалуйста. Угу. Таварес забьет. Кто-нибудь забьет у нас, нет? Ладно, я обосрался, а выточу. Все. Ой, блин. Опасно. Ну, дайте мне еще раз. Ну, это забьет точно. Он в игре же две забил. Красава! У него прет сегодня. Сразу было понятно. Ну что, они не забивают. Все, победа. Наместник. Ха-ха-ха! Понятно, в пузо дал. Очередная победа. Третья победа подряд на предсезоночке. Очки у меня сегодня есть тоже. Сейчас посмотрим. Я что-то забыл уже. Передатчик у меня, по-моему. Отличный прессинг в зоне соперника. От души, тренер. Спасибо. Только есть ряд вопросов, почему я в овертайме ни разу не вышел. О, я третья звезда. Два паса у меня. Хорош. Вот первый. Выложил ему туда, а? С неудобочки. Ну, а ему там что только подправить надо было. Вторая. Филипп Жадина. Жадина, Жадина. Ну, это что, вторая звезда? Ему отдали на пустые, он бросил. И первая Керфут у нас. Ну, естественно, две с игры, один булит. Так, все, погнали. Ходим. Тарирурару. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, ну. Общее слабо. Защита, атака вообще неплохо. Так, а чё предсезонка-то сколько еще будет длиться? О, симпатия растет. Да все растет, рост. Расту как бамбук, так сказать. Счет звена. Не очень только. Мне надо в первое звено. А я пока в третьем. Так сказать, на дне кувыркаюсь. Хотя третье тоже нормально. Слушайте, еще и команда у нас сильная. Да, еще один матч и на сегодня, наверное, все. А в следующий стрим уже, скорее всего, начнется сезон. Сейчас-то у нас предсезоночка идет. Флорида Пантерс. Ну, надо бы их подраскатать. Причем прилично. Надо прям их уработать. Мне надо забивать, я что-то не забиваю. Я, конечно, на распасовочках. Но... хочется и забивать. Но у меня что-то пока... этот, бросает он как-то слабо. И все мимо бросаю. То ли я урод, то ли игрок. Непонятно. Все, поехали, моя смена. Опять в меньшинстве, да ё-моё. Когда мне забивать, если я вот в меньшинстве тут играю? Моя... хорош. Ну! Хорош! Ну как я ему... офигеть, я в шоке. В меньшинстве, а? Хайман, ну как я ему выдал-то, а? Ну красиво, красиво. Во-первых, как я там доработал. Но выдал вообще еще лучше.
Шикарно. Опять пасик в копилочку. Опа, и тренер тут как тут. В меньшинстве мы сегодня играем, неважно. Отстоите для нас смену. Конечно, тренер. Как-то неважно, я что-то не понял у нас. Че он несет? Мы забили в меньшинстве, блин. Неважно он. 1-0 повели, огонь, не важно. Вот. Молодчик. Ай-яй-яй, вратарь. В него, с ним, там, встречай. Встречай, ну чё ты... Чё пятится-то там, нахрена? Уроды, уроды натуральные. А ну тренер сказал-то, мы обосрались. У меня сейчас все вообще упадет. Ну как? Заходит в зону, нахер ты пятишься? Встречай его сразу. У меня слюни уже брызжат в экран, блин. На ровном месте такую херню пропустили. Ай-ё. Обидно. Что тут скажешь? Вы чё, блин? Куда? Чё за паника-то началась? Беги. Вот. У него все не в попад, у этого Михея. То в ноги, то еще куда-нибудь. Ничего не может отдать нормально. Пас. Вот, в центре. Ну куда? Ну в центре! Бежим, бежим. Что ты делаешь-то? Опять мимо ворот. У меня все броски мимо, я не знаю, что за хрень. Смена. Куда-то не в свою калитку еще поехал я. Совсем уже. Давай, выходим, выходим. 1-1. На ровном месте вот пропустили вот этот ненужный гол. Выиграй вбрасывание, выиграй, пожалуйста. Беги, взял. Поехали. Отличненько. Входи. Молодец. Молодец. Шикарно. Вошел, все сделал. Просто идеально. Партнер от Бога. Чё, тренер, опять, что, хочешь опять, чтобы я обосрался? Вон мне. Мне нужно, чтобы вы улучшили позиционную игру в меньшинстве. Спасибо. Обещание не выполнено. Ой, да уж, конечно, спасибо, спасибо. Там партнерам спасибо, которые откатывались, как дебилы. Выиграй. Молодцы. Молодцы. Ну, голище хорош! Наконец-то попал. О, not bad for a rookie. Mad Max. Второй гол в этой предсезонке у меня, да, с голами у меня что-то тяжечка. Четвертая игра, второй гол. Ну, зато пасов много. Ну, здесь молодец, сам вылез. Сам создал гол. Да от них дождешься, блин. Я-то им выкладываю, а они мне хер что дадут нормально. Барков, Барков. Пошел в раздел. О, я. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. Надо мне уже в первое звено попадать, чтобы выходить первым в периоде. Ну, блин, ну как я не перехватила? Его чуть не залетело. По борту, запусти сюда. Понятно, еще мой. Ух ты, подбор. Понятно.
Вышли. Чего вышли? Безобразная смена. И в меньшинстве еще. Классно. Отлично вообще. Хотя мы сегодня забили в меньшинстве. Так у меня вообще гол плюс пас сегодня из двух голов. Нифига себе. Отдай, отдай! Нет, надо зажать. Ну ладно, в меньшинстве я тоже как бы рисковать нафиг. В принципе, правильно, наверное. О! А ты-то откуда тут взялся? Ай, хорошо было, а. Ах. На PS4 играешь. Ну, я на компе играю, но на как бы на PS-ке. Через эту приложение их. Потому что стримлю через комп. Как качество, кстати, нормально? Картинки. У меня PS-ка в другой комнате, как бы она играет, а я здесь на компе играю. Да вот все эти проблемы с PS-кой, конечно. Сделайте NHL-ку на комп, и все, я бы спокойно на компе играл, и качество лучше было бы. 100 раз. Нормальное качество, хорошо видно. Спасибо, спасибо за комментарий. Ну, НХЛ-ку тогда все, если качество нормально. Режим профи карьера. Буду делать. 2 раза в неделю. 2 раза в неделю FIFA. 2 раза в неделю НХЛ-ка будет. Сейчас будет по 4 стрима в неделю. Ну, это в идеале, конечно. Брунчик будет там по фифе. Ну, либо в фифу мы вместе можем залетать тоже. А я НХЛ-ку как раз карьеру за игрока буду проходить. Давай, давай. Ну вот, дай. Хорошо. Дай. Чё не дал-то? Дай. Да куда ты дал? Привет, привет. Нагибатор, здорово. Прикольный ник. Все, поехали. Давай, давай, бери пас. Молодчик. Да, молодчик, только не туда. Вот, две. Судья, четко. Че вы там теряете на ровном месте, а? Сейчас могли на отложенном поиграть еще. Дела огонь, бро. Сам как? Вот начал карьеру за игрока. Профи, профи режим. Выше ворот опять. Все мимо у меня. Ну что ты будешь делать-то, а? В него. Лодчик, поехали. Мы же в большинстве, алло. Вот. Отдай уже раньше. Встали, встали в зоне. Ой, хорошо. Еще бы забил. Ну, кому? Кросс. 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 Спасибо. От души. Ну вы... Слушай, они задолбали проигрывать вбрасывание. Поехали, поехали, развивай атаку.
Потеря. Молодец. Дай. Дай. Куда ты поехал? Дай мне пас. Ты что за урод, а? Все большинство прокатали просто. Ну, давай еще пропустим. Взял, поехали. О, хорошо было. Дальше продол... Ну, куда? Ну, ты что делаешь-то? Продолжи и все. Еще одну катку. Но я хотел уже заканчивать это. Уже четвертая игра. Ну, посмотрим сейчас, может быть. Одну еще. Если там предсезонка, будет еще и матч. Потому что это сейчас предсезонка идет, еще даже не сезон. Только сегодня вот начал. Играй. Пас. Ну дай, дай пас, ну ё-моё, чё он делает-то, как который раз уже? Четыре игры на смерть. Типа чётная. Отдал вон он мне. Ну отдай, вратарь. Ой, ну как же так-то? Ну что ж вы делаете-то? Симулируем опять. Второй период только, что ли? Ну да, можно будет пятую сыграть. Просто покороче поставлю. У меня здесь по 10 минут периоды. Там побыстрее, чтобы так она прошла. Пятую сыграю. Сыграть в меньшинстве, он крест красный. Спасибо партнерам. Блин, 4 смотрят. Ну да, народ что-то не смотрит. Ну, как минимум, понятно, что YouTube нас не толкает, нашу трансляцию. Сейчас вот мы 4 стрима будем делать в неделю и посмотрим, насколько активность поднимется. Ну, плюс еще чат выведу на экран. Сегодня хотел вывести, но много было заморочек с этим подключением. То, что я же с плойки сейчас... Стримлю с компа, играю-то с плойки. Потому что НХЛ-ки на компе нет. Вот в следующий стрим, надеюсь, уже сделать там чат по красоте, чтобы все было. Народу побольше, я думаю, будет. Топового ютубера не смотрят. Да ладно уж, топового. Начинающего. Начинающих, так сказать. Хорош, ну вот это шикарный гол. Все, ничего лишнего. Вот мне никто так отдать не может. Я ему отдал все, он в касание дал гол. Вот то, что нужно. Я открываюсь, хер кто там что мне отдаст, наверное. Смотришь в Абона. Ну, да, видел. А он стримит? Он не стримит, по-моему. Видосы смотрел, да? Вот с ним бы сыграть на стриме. Прикольно было. Он, кстати, он на чем играет? На плойке или на Xbox? Не знаешь?
Ну, у него, конечно, аудитория большая у Бабона. У него там сколько? 1150 подписчиков, если не больше. Я не знаю. Дай. Почему не дал опять, а? Что же они тупые-то такие? Вот же, отдал и все. Вот, дай опять. Ну дай мне, зачем туда? Я не понимаю, нахрена отдавать туда дальнему, если я прям рядом с ним? Дай. Все, опять потеря. Хайман вообще потерянный, я не понимаю, что он делает. На поле. Смена, все. Нажрался я уже. 54 общие. Ну, конечно, я ничего не выполняю из-за этих. А, ну и плюс я еще тренерскую установку не выполнил. 5-1. Ну, в целом, ладно, это предсезонка, ничего страшного. Ух, ё. Сейчас Бабарков забил. Бруно завтра будет. Завтра фифу стримить будет он. Либо вместе с ним будем стримить фифу, там посмотрим, как по времени будет у кого. Поехали, двое, Михей. Давай, давай, пас. Пас! Ты чё, блин, отдай пас! Два в один вышли, отдай! Ты чё сделал-то, блин? Ну, на Михея это не похоже вообще. Он бы так не сделал. Где он сейчас? Но его нет здесь, он по делам там, по своим. Верни. Дай, вот. Хорош! Хорошо подправлял-то, а? Беги назад. Вот доработал, вот доработал. У нас кто так дорабатывает? Никто. И с броском еще. И подправление. Вот, хорошо. Еще бы забил он. Блин, два раза сейчас с моего броска подправляли и не забили. А я забил в этом матче, это хорошо. А, ок. А чё хотел? С ним побазарить? Все, победа, 5-1 у нас. Четвертая победа. Или пятая победа, я уже запутался. На самом деле, может, это даже пятый матч был. Раскатали по полной. Да мы всех что-то раскатываем на предсезонке. О, спасибо, тренер, обещание выполнено. Ну, хоть где-то. Что там будет у нас этот, нет? Красавцы. О, третья звезда. Второй матч подряд, третья звезда. Неплохо. Так, что у нас там, посмотрим. Улучшаюсь хоть, нет? Ну, я думаю, да. Так. Общие хреново. Да. Хреново. Пока что все хреново. Не так, как хотелось бы. Не, в целом-то все повышается, это все понятно. Ну и вот это вот, когда сыграть в меньшинстве, обосрались. Тоже. Так себя, конечно. О, плюс один. Так, давай к дереву навыков тогда. Что у нас тут?
Броски. Так, ну ладно, это пока оставим. Ловкие руки. Можно использовать. Йо, катание. Ну, катание, наверное. Я же нападающий, мне катание надо. Приобрести особенности. Yes. Все, улучшились в катании. Неплохо. Что-то вылезло. А, ну это и было. Угу. Тренировок пока доступно 0 часов. Понятно. Так, календарь вот у нас. Когда начало сезона-то надо посмотреть. Ага, хрен тут поймешь. Или это уже сезон? Чё, столько игр? Да это всё предсезонка. Охренеть. Вот это ещё... Ё-моё. 1 ноября только начинается сезон, а еще предсезонных игр. Я думаю, я буду их симулировать как раз. Ну или там поиграю, и следующий стрим уже сезон, наверное, залетать надо прям. Так, выйти, сохранить и выйти. Булиты, булиты, булиты. Да, тогда булиты просто пробью, можно. Гоу. Булиты онлайн, да, можно попробовать. Я, кстати, 100 лет не бил булиты уже. Сетевая игра. Нагибатор, все для тебя, видишь? Потому что ты один, похоже, в онлайне или еще кто-то. Ну, ты один из тех, кто пишет, по крайней мере. Поэтому почему нет? Булитики сейчас одну каточку, две, может быть, максимум. И все, будем заканчивать трансляцию. О, ну я буду за Тампу. Хотя нет, нафига. Я буду за этих. Как их там? За Торонто. Я же торонтовец теперь. Погнали. Сейчас красоту наведем. Ну, кстати, вот онлайн я не очень прям люблю. Типа там вратарь непонятно же, как играет. Ну, более... Мне типа проще сыграть против компа вратаря. То есть я... Понимая, что он сделает там, как с ним сыграть. А когда против человека играешь, вообще непонятно, что делать. Ну, надеюсь на победу. Идет поиск соперника. Похоже, никто не хочет. Во. Ой, опять Флорида, видал? Соединение с пользователем хорошее. Это отлично. Ой-ой-ой. А самое главное, я за вратаря вообще плохо. Отбил! Вот это, да? До последнего стоял. Но он тоже что-то ничего не показал особо. Михей! Сейчас сделаю. Зачем? Там же пустые были. Я его прибрал. Все, смотри. Зачем я начал подбрасывать? Надо было в пустой угол забивать и все. Да там даже не угол, там все ворота пустые были. Ну я и дурак. Вот не посмотрел на вратаря, делал то, что хотел сделать. Вот. И получил сразу. Причем ничего особенного. Как вот закрыть? Не закрыл угол. Да, блин.
Ну сейчас просто сделаю тогда. Чё? В очко хотел подпустить. И так высоко. Похоже, это поражение. Ой-ё, он одной рукой чуть не забил. Я уже причем ушел, все. Да уж, да уж, да уж. Сейчас щелчка дам от синей просто. Да не, не от синей. Оп. Ну как? Как так тупо терять, а? Я говорю, я потерял хватку в булитах. Надо поднатаскаться чуть. Главное не пропустить, блин, главное не пропустить. Это все. Ну это конец, если я сейчас не забиваю, это конец. Что делать? Чё? Слушайте, как я вообще играю? Хоккей. И это что было сейчас последний? Не, по-любому. Короче, пока не выиграю, мы не уйдем. Это что было? Это было просто жесть. Да я забыл уже, какие кнопки нажимать. Гол лучше за Питтсбург. Привет, я из ТикТока. Здорово, здорово. Ну давай за Питтсбург, да. Там хоть эти Кросби, Малкин сделают свое дело. Да, ну что-то реально тяжело, блин, этот, как его. Сетевые булиты. Привет, я с ТикТока пришел. Только что пришел из ТикТока прям. Нифига себе. На вас подписан уже месяц. А, уже месяц? Красава, спасибо. А ты в YouTube только сейчас пришел или месяц тоже уже подписан на YouTube? Да. Все, Питтсбург. О, опять Флорида, похоже, тот же, да, с которым играл. А если я сейчас опять так же обосрусь? Ух. Ух. Вот и обосрался. Сразу, сразу. Ну все, если я сейчас не забиваю, это просто капец будет. На ТикТок месяц, а на Ютуб только что. Да, красава от души. Сейчас 4 стрима будет в неделю. При лучшем раскладе, конечно. Голище! У-у-у, Жека! Спокойненько, клюшка, конек, клюшка, и со щелчка уж там дал в 9. Ну там без шансов, такое без шансов. Ну надо было сравнивать просто. Надо бы подтащить, пожалуйста, пожалуйста. Хорош! Он сам обосрался. Есть шанс. Сейчас сделаем красивенько. О, тем более Сидни. Ой, ой, ой. А по фифе сколько? Нет, короче, 4 стрима будет. 2 по фифе, 2 по НХЛке. Как раз завтра фифа будет. Завтра брунчик. Ну, либо мы с брунчиком фифу будем фигачить. Он сам обосрался, и я обосрался тоже. Все, надо забивать. Все, красоту делаю. Ты чё? Как не перекинул-то? Все же. О, во сколько? Так, завтра FIFA во сколько? Не знаю, примерно так же, скорее всего. Может, даже чуть раньше. Ну не, наверное, часа в 4 начало. Ну, я запланирую публикацию, типа, стрима завтрашнего. Там время точно уже будет. Пока сказать точно не могу.
Я проигрываю. Это было изи просто. Он там что-то распластался то туда, то сюда. А я как ехал потом, прямо так и ехал. Давай, залетай, бро, залетай. Завтра на фифу. Послезавтра на НХЛ-ку. Послезавтра уже сезон будет. Сегодня предсезонка была. Сейчас вот булиты еще сетевые быстренько прокатать. О, хорош. Штанга спасла меня. Причем я вроде махнул блином и мимо. Ну давай, нужен гол. Надо завершить эту. Почему? Почему он в одну руку не убрал? Не понял. Гол с синей линии забей. Топ-топ. От синей. Ну если сейчас не пропущу, то от синей дам. О, чё? Как? От вратаря. Причем я же... Ну как? Блин, опасно сейчас от синей. Да ладно, пофиг дам, да? Да! Он встал. Короче, буду стараться на каждый заходить. Просто вы мне импонируете, как блогеры. Спасибо, спасибо от души. Будем стараться сейчас улучшаться в этом деле, конечно, в стримах. Пока что так все не отесано, надо чат настроить тоже, чтобы красиво все было. Сегодня уже хотел там чат все вывести, но из-за того, что с плойки же, ну, этот, НХЛ-ка на плойке, и просто тупо не успел ничего настроить нормально. Поэтому надо прям все сделать по красоте. Не от синей, конечно, но ладно. Ну все, за Питтсбург еще раз играю сейчас. Пока не... И донаты тоже настройте. Ну да, донаты, чат надо все настроить, в принципе, чтобы и выглядело все красиво. Я надеюсь, на этой неделе все уже настрою. Там на самом деле все, ну... С первого раза не все так просто. Все эти донаты, чаты настраивать. Надо на опыте быть. Ну, в целом все просто. По времени просто не успеваешь. Как бы долго, когда ты толком там ничего не знаешь. Все это долго происходит очень. Ну чё, где соперник-то? Я, похоже, не выиграю сегодня сетевые булиты ни разу. Теперь соперника не могу найти. Ну, пожалуйста. Ну. Ну, кто-нибудь. О, хорош. Эдмонтон. Йоу, у них там сейчас МакДэвиды эти. Расфигачат по полной. Все, поехали первый. Ну давай, надо взять. Нет, хорош! Как я чётенько ловушечкой, а? Оп, и всё там. Ну и забить сразу. Жекич, ты же можешь. А сейчас вот так приберу и всё. Чу! Это как? Это что? Что было вообще? Охрененно. Ага, до свидос, Ньюджен Хопкинс. Это что было-то сейчас? Я... Это что за булит? Ну, нужен гол. Нужен гол. Давай, Кросби, ты же можешь.
Ну нафига он лег? Я думал, он сейчас улетит туда и просто я катну ее. Да, булиты не мое, похоже. Ну, благо в игре не такой мертвый. Ну все, вот сейчас забиваю точно. На уверенности сейчас делаю. Клюшечка, конек, клюшка. Ой, да, и бутылочку сбил, как надо, все, а? Ну тут развез, развез. Ну все, надо доводить до победы. Хорош, спокойненько так, спокойненько. Четенько взял. Ну все, еще один и можно отдыхать, курить бамбук. Красоту надо сделать. Ну зачем ты... Гол, гол, гол! Туп! На линии встала! Она просто на линии, прям на линии остановилась. А? Он такой же булетер, как я, похоже. Ну все, это победа. С синей линии послезавтра. Следующее. Послезавтра как раз НХЛ-ка. Булиты тоже тогда в конце там пробью. Обидно. Что не залетел. А, то, что на линии, конечно, да, там... Жестко было. Да, короче, завтра FIFA стрим. Договариваемся, залетайте, братишки. Всем, кому интересно. Послезавтра НХЛ-ка, потом опять FIFA. Ну и вот так 4 стрима в неделю. Сейчас FIFA, НХЛ-ка, НХЛ-ка, FIFA. Все будет. Так что, надеюсь, все настрою. Донат, там, чаты. Чтобы все красивенько было. Приятно, чтобы было находиться с нами. Да, всем спасибо. Давайте. Удачи, хорошего вечера. Всем пока.